Здравствуйте, меня зовут Слава Бараев, я представляю ресторан «Они». Сегодня мы будем делать фаршированную куриную ножку с грибами. Берем ножку, отделяем от нее кожицу, аккуратненько, чтобы кожица не порвалась, потому что нам надо ее будет фаршировать. Да, вот так. Аккуратненько мы ее снимаем. Вот вытягиваем до косточки определенной. Вытянули. Вот здесь приблизительно вот так мы ее надрубаем. Это у нас готово, видите? Отделяется мясо от кости. Полностью разбирается, снимаете все, начиная сверху вниз и так далее. Берется лучок. Теперь мы делаем начинку для фарша. Обжариваем его, ну так надрезаем. Парочку хватит. И берем грибочки. И тоже порежем. Добавляем немножко маслечка. Обжариваем, добавляем лучок. Чуть-чуть мы его обжариваем. И добавляем грибочки. Когда мы обжарим хорошенечко лучок для приятного цвета, тогда мы обжариваем, добавляем туда грибочки. Дадим туда немножко соль, перец, как обычно, чесночку по вкусу. Обжарили грибочки, лучок с чесночком. Мы добавляем сюда все это аккуратненько. Мы немножко солим, еще раз немножко перчим, перемешиваем. Все. Потом берете вы наш чулок, так называемый, мы его фаршируем. Открыли, положили. Делаем определенную формочку. Добавляем немножко маслечка. Нагретую сковородочку мы опускаем наши ножки. Желательно с этой стороны, да? Вот так. Одну так, одну так. Когда курица обжарилась, мы ее ставим в духовку на какой-нибудь противень. Можете немножечко налить бульончика или водички, чтобы она не подгорела. И на минут 15 в духовочку. Пока фаршированные ножки наши допекаются в духовочке, мы сделаем сейчас апельсиновый соус амаретто. Прежде чем мы его делаем, мы немножко карамелизируем сахар. Немножко мы его... Так, сейчас мы его обжарим. И немножко апельсинового сока. О, как хорошо. Чуть душок пошел хорошо, все нормально. Он немножко покипит, немножко выкипит, останется густота. Мы добавим немножко амаретто и сливочного масла. Тогда у нас получится очень хороший соус. Мы сделаем соус, коктейль соус называется. Мы добавим кетчуп с майонезом, перетираем его. И у нас остается как коктейль соус. Кто хочет, как бы, может немножечко пару граммчиков коньячка добавить. Когда бульончик становится уже погуще, выкипает лишняя вода, тогда мы добавляем одну ложку масла сливочного и растираем его. Коктейль-соус, который мы сейчас сделали, мажем таким не то тоненьким слоем на ножку. Вот таким слоем. Много не надо, не увлекайтесь, чтобы слишком жирно не было. Немножко мандаля. Мандаль придает определенный тот или иной вкус. Вот мы это все смазали мандалем. И теперь в духовку до ума доводим на минут 5, чтобы цвет красивенький был. Теперь мы немножко добавляем амаретто соус. И сначала, значит, мы вниз делаем вот этот наш апельсиновый соус, который мы сначала мы скарамелизировали, сахарок, амаретто добавили, масло сливочное и так далее. Ложим эти ножки.
Наша фаршированная куриная ножка с грибами готова. Посмотрите вот на эту красоту. Я думаю, вам понравится. Приятного аппетита!